Всем привет, друзья, с вами Варчик, и хочу с вами поделиться такими своими наработками по борьбе со всякими вредоносными вирусами и рекламными ненужными программами, которые засирают ваш компьютер и им невозможно пользоваться. Я компьютером пользуюсь много, давно, и поэтому для меня это было полезно, потому что вручную самому пытаться что-то удалить это невозможно, и времени и нерва уходит много. Я когда-то давно нашел для себя ADV Cleaner, и он чистит все это очень быстро, хорошо, и не нужно с этим возиться неделями и мучать себя и свой компьютер. Это не реклама, просто с вами делюсь своим опытом. Все очень быстро скачали, программа не устанавливается, она автономная, просто нажимаете сканировать, оно просканировало, нажимаете кнопку перезагрузить, ваш компьютер перезагружается, и после этого вы получаете отчет про то, какие вирусы были удалены, и все, ваш компьютер чист и готов к четкой работе. Следующая проблема, с которой я столкнулся всего один раз, но полазил по форумам и в интернете, понял, что эта проблема очень часто у людей попадается, и она связана с тем, что вы ничего не можете нормально скачать в своем браузере, а именно вы качаете вместо того, что планировали, вместо нужной вам программы вы получаете заархивированный вирус, и что бы вы ни качали, вы качаете только этот вирус. Как оказалось, все довольно-таки просто и быстро лечится. Мы сначала заходим в параметры сети и интернета, после этого в настройки параметров адаптера, выбираем наше подключение к интернету, свойства, и дальше в свойствах ищем IP-версию 4, нажимаем на нем свойства и проверяем во вкладке «Общее» наш IP-адрес. В основном настройки должны стоять «Получать IP-адрес автоматически» и «Получать адрес DNS-сервера тоже автоматически». Если вашим интернетом какие-то IP-адреса должны быть выставлены именно определенные, то вы выставляете их такие, как требует ваш провайдер. Если же у вас он ничего не требует, то у вас должно стоять автоматически. Когда я столкнулся с такой проблемой, зайдя и проверив, что у меня там в IP-адресах, там был какой-то левый IP-шник, и за счет этого я качал вместо нужного, качал какую-то дичь с вирусами, и это просто капец. После того, как мы проверили IP-версию 4, проверяем также IP-версию 6, тоже там все должно стоять автоматически, либо так, как ваш провайдер этого требует. Вот такая вот серьезная проблема, с которой люди там не могут побороться месяцами, а то и по полгода, качают не то, что хотят, и от этого, я думаю, им не весело, но все лечится довольно-таки просто. С вами был Варчик, пользуйтесь компудахтером своим с удовольствием, всем пока!